Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Сосновскому судостроительному заводу ищут заказчиков. Переговоры ведет корпорация «Ростех», которая поможет сосновскому предприятию заплатить 1 миллиард 200 миллионов рублей долгом. По словам заместителя гендиректора «Ростеха» Александра Назарова, поставлена задача, цитирую, «сделать сосновский завод по-настоящему успешным и конкурентоспособным». Конец цитаты. В свою очередь «Ростех» рассматривает предприятие в качестве партнера в обеспечении госзаказа и в перспективе может давать ему новые подряды. На данный момент речь идет о производстве катеров. К слову, на недавнем совещании в правительстве области руководству судостроительного завода было рекомендовано расширить линейку гражданской продукции. Также в кратчайший срок завод должен представить в правительство обновленный план финансового оздоровления. Программа «Экономика». Бюджет региона на следующий год социальной направленности. Так, в эфире нашей радиостанции спикер УЗС Владимир Быков прокомментировал распределение бюджетных расходов в 2018 году. Напомню, в этом году на финансирование соцсферы было заложено 63,5% областного бюджета. В следующем будет направлено 65%, сообщил Быков. Бюджет наш все равно социальной направленности. А вопросы социальные – это образование, здравоохранение, соцзащита. Даже на соцзащиту у нас идет увеличение по сравнению с прошлым годом где-то на 221 миллион рублей. То есть все социальные выплаты, все обязательства мы будем выполнять. И исходя из этого, здесь мы говорим о том, что нам необходимо создавать новые рабочие места, нам нужно выводить нашу экономику из тени. Вот в этом направлении нам нужно работать. И я уверен, что если мы вместе, правительство, законодательное собрание, муниципалитеты, вот эту задачу будем выполнять, ну, у нас должно все получиться. Хотя бюджет сложный. При этом стоит отметить, что бюджет региона впервые за много лет стал профицитным. Но те 800 миллионов рублей, на которые доходы превышают расходы, полностью пойдут на погашение областных кредитов. Экономика на 101 FM. Пятая часть организации Кирова работает в убыток. Таковы данные Кировстата по итогам 2016 года. 4000 компаний получили 9 миллиардов 200 миллионов рублей убытков. Это на 700 миллионов меньше, чем за 2015 год. 58% этого результата приходится на малый бизнес. Больше всего предприятий, которые понесли убытки в областном центре, а средний убыток одной организации составил здесь 2 миллиона 400 тысяч рублей. С прибылью в сумме 34 миллиарда рублей завершили финансовый год более 17 тысяч организаций области. Это на 1 миллиард 300 миллионов больше, чем в 2015 году. Наибольшая сумма прибыли была получена организациями Кирова, Кирово-Чепецка и Омутнинского района. Средняя сумма прибыли одного предприятия в Кирове – 1 миллион 800 тысяч. И в завершении о курсах валют. Доллар сегодня 57 рублей 92 копейки, евро 68,5 рублей. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.